Дон ты воленой, дон раздольной, дон крутые берега. Основной, скажем так, блок традиций наших, это все-таки какие-то воинские традиции. Так как казаки всегда были людьми служилыми, и в первую очередь это проявлялось в военной службе, казаки сами на себя накладывали обязательство служить там царю-батюшке или кому бы то ни было, руководителю в стране, добровольно. Это шашка казачья. Вот моего прадедушки. Он с ней вот воевал в гражданской войне. Она 1914 года. Вот. Ну, мы свои традиции стараемся хранить, блюсти. Казачья жизнь, так как казак без служения не может, то я для себя решил, что мое служение будет в том, что я буду по мере своих возможностей заниматься с детьми, вот, с нашими местными. И начал потихонечку привлекать к занятиям детей. Начал заниматься с ними конной подготовкой, рассказывать им о казачестве. Где-то там рукопашным боем мы занимались. Не чтобы они воевали, просто это наши традиции. Вот я вижу для себя на сегодняшний день свое участие в том, чтобы наши традиции возрождали наши коллективы, возрождали нашу дружбу, возрождали наше единение. Это часть русской культуры. Безусловно, конечно, часть русской культуры. Нельзя сказать, что вот казаки, а вот русские. Нет, конечно. Казаки – это своего рода этнос, который вливается в то море русского национального сознания. И он неразрывен с ним. Последнее время, последние годы, но это безусловно, что рост патриотизма в России, он просто феноменальный. Люди начали говорить о стране, они начали говорить о том, что они хотят быть интегрированы в жизнь страны, они хотят какую-то пользу приносить обществу в целом. И, ну, я думаю, что это заслуга, конечно, нашего руководства страны. By British scientists. They hope it'll be a key weapon in the fight against poaching. You need to catch the poacher red-handed, and that's what we're setting out to do, and that's what we can do. Dr. Paul O'Donoghue has worked in rhino conservation.